Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать последний тест за этот год. Это экзит-тест. Если вы не смотрели предыдущий тест за 8-й модуль, пожалуйста, посмотрите. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не потеряться в следующем году. А теперь поехали. Тест за все 8 модулей. Первое задание на словарный запас. Look, read and choose. Посмотри, прочитай и выбери. Итак, пример. Первое – это rubber, ластик. Далее, первое – это цифра 14, 14. Далее, второе – это слон, да, явно elephant, ответ B. Далее, третье – это train, поезд, ответ B. Четвертое – это cooker, плита, ответ A. Пятое – это рыбка, ответ A. Шестое – это лягушка, frog, ответ B. Седьмое – попугай, попугай, ответ A. Восьмое – девочка взбирается на дерево, поэтому ответ B – climb. Далее, тридцать девять – это ответ B – 39. Ребята, очень сложно выучить все эти ответы, поэтому пересмотрите видео несколько раз, потренируйтесь обязательно. Постарайтесь просто запомнить визуально. Итак, десятое. Девочка рисует. Это draw. A. Одиннадцатое. Ride a bike. Кататься на велосипеде. Далее. Играть в футбол. Play soccer. Ответ B. Далее. Это у нас кухня. Ответ 13. Ответ A. Kitchen. 14. Ответ B. Armchair. Кресло. 15. Это у нас мороженое, а не шоколад. Поэтому ответ A. Ice cream. 16. У нас бургер или сэндвич. Но явно это сэндвич, да? Поэтому ответ B. Sandwiches. Хотя я вот, например, редко ем фастфуд, поэтому могла бы ошибиться. Итак, 17. Ответ A. Carrots. Но вы-то явно не ошибетесь, да? Итак, 18. Слушать музыку. Ответ B. Listen to music. 19. Идти спать. Это go to bed. Ответ A. Go to school. Это идти в школу. 20. Ответ A. Have lunch. Обедать. Явно не принимать душ. Далее, ребята, перейдем ко второму упражнению. Ой-ой-ой, как всего много. Read and choose. Прочитай и выбери. И пример. Okay, children, stand up. Хорошо, ребята, встаем. Первое. This is my mom. Это моя мама. Ее имя Рози. Ее, her. Выбираем ответ A. Her. Итак, кто Хелен? Кто такая Хелен? Это мама Harry. Harry's mother. Итак, кто? Это второй ответ B. Who. Я хожу в школу в 8 часов. Третий ответ B. Да, I go to school at 8 o'clock. Да, со временем у нас применяется предлог at. Далее. Чей это мяч? Это мяч Harry. Четвертый ответ B. Чей? Whose? Whose is this ball? Harry's. Далее, ребята, пятое. Ответ A. It's an armchair. Is it an armchair? Это кресло. Шестое. Ответ B. Where is Derek? Где Derek? In the garden. В саду. Седьмое. Ответ B. There are two books on my desk. На моем столе две книги. Восьмое. Look, Julie is riding a horse. Ответ B. Она, посмотри, Джули едет на лошади. Едет в данный момент. Время present continuous. Поэтому B. Девятое. Can you give me two glasses, please? Вы можете дать мне два стакана, пожалуйста? Множественное число, окончание и S. Нескончаемый тест. Десятое, ребята. Look at the kangaroo. It has got a long tail. Ответ B. Has got. Третье лицо, единственное число. George. Ответ одиннадцатое. A.
George likes pizza. 12. Ответ A. My baby brother has got two teeth. Small teeth. Зубы. Множественное число. Это слово исключение. 13. Can a rabbit jump? Может ли кролик прыгать? Yes, it can. Да, он может. Ответ A. 14. How old are you? Сколько тебе лет? 18. 18. Ответ B. Далее. 15. What are you doing? Вопрос, поэтому A перед местоимением. Watching TV. Ответ B. Далее, ребята, следующее. I don't like mice. Я не люблю мышей. They are nasty. Они неприятные. Мыши, множественное число. Ответ первый, да, так как это слово исключение. Далее. Can I have some cake, please? Это просьба, да? Поэтому не any, а some. Далее. Потому что это не вопрос, это просьба. I don't like, 18 A, vegetables. Я не люблю овощи, невкусно. 19. I visit my grandma on Sundays. Я посещаю, навещаю мою бабушку по воскресеньям. Дни недели on. Далее. What do you do in the afternoon? Что ты делаешь после обеда? 20 ответ A. Ребята, и последний. Прочитай и выбери правильный ответ. Не забывайте подписаться на мой канал. Итак, пример. What is this? A pencil case. Что это? Ответ A. Пенал. Первое. What's your name? Как твое имя? Конечно же, ответ B. I'm Killian. Второе. Whose is this? Чье это? It's Dennis. Притяжательный падеж. Ответ A. Where's my shirt? Где моя рубашка? Третье. Ответ A. On your bed. На твоей кровати. Четвертое. What are you doing, Laura? Что ты делаешь, Лора? I'm playing with my toys. Я играю с моими игрушками. Ответ B. Четвертое B. Пятое. What's your favorite food? Какая твоя любимая еда? Sausages. Yum. Yum. Вкусно. Yummy-yummy. Да? Ответ пятый. Ответ A. Ребята, это был очень сложный тест. Пожалуйста, несколько раз его прорешайте. Вам счастливо, удачи и надеюсь, у вас все получится. Всем пока!